Благодарю за приглашение выступить вот на этом форуме представительном. Но я тоже вынужден сказать, что я не специалист по башкирской истории и культуре, и поэтому мой доклад, он касается более общих проблем, процессов, происходящих в Европе, происходящих в России. Но поскольку башкирское общество вписано все-таки в этот контекст, да, наверное, здесь можно найти и соответствующие какие-то пересечения и какие-то мысли породит. Я, с вашего позволения, зачитаю доклад. Сегодня очевидно, что большинство институтов и феноменов модерна устаревают, разрушаются, и им на смену идет нечто пока еще не очень понятное, что пытаются описывать при помощи терминов, начинающих с приставки «пост», «постмодернизм», «постиндустриализм», «посткапитализм». К череде этих терминов можно и нужно добавить еще один – «постнационализм». Среди обывателей национализм и нации до сих пор воспринимаются как естественные органичные феномены, которые сопутствовали развитию человечества с древнейших времен. От простых людей, незнакомых с современным нациеведением, до сих пор можно услышать, что национализм – это любовь к своему народу, нации были всегда. Однако примерно в то же время, когда Умберто Эко констатировал в своем знаменитом эссе о средневековье «Смерть модерна», в западной науке об этносах и нациях тоже произошла революция. Трудами Геллнера, Андерсена, Хоббсбаума, которых сегодня уже упоминали, теперь уже ставшими классиками нациеведения, было показано, национальные государства – совсем недавние явления, они появились максимум 3-4 столетия назад. До этого в Европе и других частях мира государства были полиэтническими империями. Причем этнический фактор не играл решающей роли при кооптации людей в элиту этих империй. Национализм как идеология, ориентированная на политизацию этничности, на консолидацию людей на основе мифов, связанных с этничностью, и в конце концов на создание и поддержание бытия этих национальных государств, также возник не так давно. Для жителей донационального мира гораздо важнее была религия или лояльность к тому или иному суверену, чем этничность и этномифология. К местным языкам у них тоже не было такого пиетета, как у их потомков. Языками культуры и науки были так называемые сакральные языки – латынь, церковнославянский, арабский, а наречия, употребляемые в быту, оставались бесписьменными. По мнению Геллнера, главной причиной перехода Европы к националистической политической модели стало развитие капитализма. Капитализм – это индустриальное общество, а для работы на промышленных предприятиях нужны грамотные люди, получившие хотя бы начальное, а лучше среднее образование. В таком мире всеобщей грамотности должен быть один язык, желательно связанный с централизованным государством и имеющий статус государственного. Для мобилизации масс людей на основе общего языка лучше всего годится именно идеология национализма. Американский исследователь Крейг Калхун сделал к этому существенное дополнение. Национализм – это не только политическая идеология, это культурный дискурс, формирующий чувство солидарности и единства в определенных сообществах. Национализм в его культурном аспекте глубоко проник в наше общество. Мы изучаем в школах национальной истории, продолжая их до времен, когда нация еще не существовала. Мы болеем за национальные футбольные команды, мы обсуждаем достоинства своей национальной культуры и недостатки других. Иначе говоря, в воспроизводстве дискурса национализма участвуют такие институты модерна, как школа, наука, журналистика, даже спорт. Многим современным людям кажется, что мир без нации невозможен, хотя все сообщества на Земле были такими вплоть до 17-18 веков. Тем не менее, Европа, родина национализмов и наций, уже сейчас переходит в постнационалистическое состояние. Она уже превращается из конгломерата враждующих государств наций в единое политическо-культурное пространство. В 1992 году, после подписания Маастрихтского соглашения, возник Европейский Союз. В определенной мере он преемник Священной Римской империи, которая была упразднена в 1806 году. ЕС представляет собой единый рынок, он имеет свою валюту, евро, как Священная Римская империя имела дукат. У него есть свой парламент, европарламент, как Священная Римская империя имела рейхстаг. Все больше властных функций переходит от национальных государств к наднациональным органам управления, Еврокомиссии, Евросовету. Причем чиновники и еврокомиссары не избираются населением ЕС, что еще раз подтверждает то, что демократия была принадлежностью националистической эры. У ЕС, правда, нет единого официального языка. Официальным признаются одновременно 26 языков Европы, но фактически таким языком является английский, латынь 21 века. На место политическим национализмом стран Европы, которые все больше становятся уделом ультраправых презираемых партий, приходит общеевропейская идентичность. Возникло общеевропейское культурное пространство. В 1999 году, во время празднования 900-летия старейшего в Европе Болонского университета, была принята Болонская декларация, которая позволяет унифицировать дипломы и программы в европейских вузах. Позволяет свободно перемещаться студентам-преподавателям из одного университета Европы в другой.
Разрушение национальной идентичности в странах Европы связано также с распространением неформальных движений, которые не знают национальных границ, от сообществ болельщиков до молодежных субкультур. Для членов этих культур национальная идентичность также не важна, как для вагантов Средневековья. Некоторые из этих субкультур, например, движение ЛГБТ, обладают не меньшим влиянием на международном уровне, чем иные национальные государства. То же самое можно сказать про крупные транснациональные корпорации, которые давно уже из коммерческих предприятий превратились в квазигосударства со своими частными полицией, армией, своими традициями, субкультурой и идентичностью. Итак, с одной стороны, национальное государство Европы теряет свой суверенитет, с другой стороны, разрушаются их национальные культуры, и уже немало людей, которые, будучи французами или немцами, чувствуют себя больше причастными не к этим общностям, а к наднациональным, общеевропейским и даже глобальным сообществам. Свою лепту в разрушение национальных культур вносят мигранты из Азии и Африки. Не желая интегрироваться в нации, принявшие их, они образуют внутри них замкнутые диаспоры, и государству приходится иметь дело с диаспорами. Но модель взаимодействия государства и различных этноконфессиональных диаспор вместо взаимодействия государства и индивидов граждан – эта модель присуща традиционной империи, ну вроде османской, а не европейскому модернистскому государству нации. Нельзя не отметить и то, что одновременно с упадком политического национализма больших европейских наций начинают все громче заявлять о себе национализм малых европейских народов. Дело в том, что до эпохи национализма на территориях династических государств Европы, таких как Французское королевство, жило множество разных народов. Самые крупные из них – пруссаки в Германии, французы во Франции – стали базой для образования больших наций. Но образование это предполагало ассимиляцию малых народов в культурных плавильных котлах. Так во Франции французский язык и идентичность насильно насаждались бретонцам, корсиканцам, провансальцам и так далее. Идеалом нациостроителей и кабинцев была однородная нация, говорящая на едином языке свободы, то есть на французском языке. Тем не менее, в ряде случаев ассимиляционные усилия не увенчались полным успехом. Отдельные малые народы Европы дожили до конца националистической эпохи, правда, почти утратив свои языки традиционной культуры. Возникновение наднациональных европейских структур и институтов даровало им второй исторический шанс. В 1992 году в Страсбурге была принята Хартия оригинальных языков Европы, которая призвала защищать и такие языки, как бакский, верхнелужицкий, нижненемецкий, восточно-фризский. В том же 1992 году в Конституции земель Саксонии Бранденбург ФРГ были включены статьи, гарантирующие сохранение этнической идентичности живущих на этих землях лужицких сербов. Во Франции еще в 1977 году была открыта сеть бесплатных школ с обучением на бретонском языке. В 2016 году в них обучалось более 4000 учеников. В Испании каталонский язык на территории Каталонии сначала получил статус регионального, а потом официального. Необходимо учитывать при этом, что так было не всегда. В течение 200 лет бретонский язык был во Франции под запретом. Школьников в Британии, которые разговаривали на переменах на родном языке, администрация школ публично наказывала. Что же касается Испании, то еще при диктаторе Франко, то есть до 1975 года, публичное употребление каталонского языка каралось уголовным наказанием. Обычно в этих процессах видят лишь проявление сепаратизма. Действительно, такая тенденция имеется. В 2017 году в Каталонии был проведен референдум о независимости, и 92% участников проголосовали «за». Как мы помним, все это было потом подавлено, да, официально Мадридом. Решающую роль в проведении референдума сыграли каталонские националисты, движение за независимость Каталонии. Призывы к выходу из состава своих больших государств звучали после Брексита со стороны шотландских националистов Великобритании, корсиканских националистов во Франции. Как видим, политические активисты движения малых народов Европы идут по пути запаздывающего национализма. Их народы не стали государственными нациями в эпоху раннего нового времени, и они пытаются наверстать это сейчас. Вместе с тем, эти движения, движения малых народов, нельзя сводить к одному лишь политическому активизму сепаратистского типа. Среди многих представителей возрождений культуры и языков малых народов Европы зреет понимание того, что эти народы могут обеспечить свое культурное развитие в рамках большого федеративного наднационального европейского государства. Собственно, это модель, которая в России существует уже сейчас. Россия ни в дореволюционные времена, ни в советский период, ни сейчас не была в строгом смысле национальным государством. И имперская, и советская нынешняя элита, и политика экономическая, и культурная всегда была у нас интернациональной, что свойственно для империи традиционного типа. Вспомним об Османской империи, где великими визирями становились янычары, сербы по происхождению. Сегодня на фоне мигрантофобии, усиливающейся в российских мегаполисах, мы видим в нашей стране распространение идеи русского национализма и даже его политическую институализацию. Призывы к превращению России в национальное государство русских провоцируют возрождение в национальных республиках национализмов титульных наций и восприятие этих республик в качестве своего рода протонациональных государств. Мы считаем, что это дебильный путь, ведущий к балканизации пространства Северной Евразии.
Герцен однажды сказал, что общая отсталость России от Европы парадоксальным путем позволяет кое в чем эту Европу догнать и обогнать. Сегодня мы имеем именно такую ситуацию. Ни русские, ни другие народы евразийского пространства, строго говоря, национальное государство не создали и живут в наднациональном евразийском государстве, призванном обеспечивать культурное развитие всех входящих в него народов. Но это именно та модель, к которой еще идет объединенная Европа. То, чему Европа может у нас поучиться. Спасибо. Спасибо, Рустам Ринатович. Так, вопросы? Хорошо, Алексей Валерьевич. Это наш гость главный. Да, пожалуйста, ваш вопрос потом. Рустам, но вот продолжая нашу дискуссию, которая красной нитью через сегодняшнее заседание проходит, не кажется ли вам, что, ну, условно говоря, вот в качестве такой позитивной модели предложили, по сути, ну, такую своеобразную постимперскую евразийскую модель, которая более-менее соответствует Российской Федерации, да, и сказали, что с одной стороны она атакуется и представляет определенную угрозу, это русский национализм, да, и национализмы титульных народов. Но мне кажется, что вот в контексте сегодняшней дискуссии ровно такой же опасностью обладает и конструктивистский подход, который хочет нивелировать, собственно, нации до простых людей. А как же быть с правами народов? И как же быть с правами тех, кто хочет коллективной идентичности, а не хочет быть просто пенсионером или человеком, да, с каким-то полом или с длинными волосами? Не кажется ли вам, что пора пришла защищать народы от этих двух крайностей? То есть универсализм, нивелирующий коллективные идентичности либерального толка, и ультраправый, по сути, этнонационализм. Собственно, эти две опасности угрожают стабильности такого сложного государства, как Российская Федерация. Спасибо. Спасибо, Алексей. Я с вами совершенно согласен, и здесь как бы не вижу противоречий между тем, о чем мы говорили вот в ходе нашей дискуссии, да, такой взаимной, и тем, о чем я сегодня говорил в докладе. Просто в докладе, конечно, другой аспект немножко взял. Да. То есть мне одинаково чужд и этнонационализм, я считаю, что действительно этнонационализмы приведут просто к взрыву нашего пространства, и что это вообще очень большой подарок как бы истории для нас, да, что у нас не возникало государств нации, как они возникали, например, в Европе. Да? Ну, собственно, у нас был период гражданской войны, например, до начала 20 века. И все, это все было очень кроваво. Да? И в 90-е годы был период. Да? Но вообще, так сказать, мы сумели сохранить такое большое государство. Собственно, для меня Россия... невозможно Россию сравнивать с какой-то отдельной страной Европы, да? Франция, с Германией. Россия – это целый мир. Да? Россия – это цивилизация, которая может сопоставить с европейской цивилизацией, там, с восточными цивилизациями, с дальневосточными и так далее. И в этом смысле вот европейцы, так сказать, разрушили свое единое государство, Священную Римскую империю, да, пошли по пути построения государств наций, у них начались войны, там текла кровь, да, и теперь наконец-то они возвращаются к необходимости единой цивилизационной государственности. А у нас это всегда было. У нас это всегда было, да, и хорошо, что мы это не утеряли. Вот, и я в этой единой цивилизационной государственности не вижу, так сказать, аналога то, о чем им говорят радикальные либерал-конструктивисты, да, вот. Но я, собственно, очень благодарен Александру, да, что вот он сегодня... Александр чем интересен и чем, так сказать, ценен, и я действительно без улыбки об этом говорю, да, что я считаю, что это очень ценно, что он делает. Он до конца проговаривает вот все те, так сказать, тезисы, которые другие либеральные, так сказать, вот сторонники гражданского национализма, они как-то топят в каких-то эвфемизмах, там, в оговорках, а он до конца проговаривает. То есть что является их идеалом? Их идеалом является, так сказать, демонтаж этничности всех народов, которые существуют на этом пространстве, включая русский народ. Включая русский народ. И создание такой аморфной массы, которая будет говорить на русском языке. Да? Но этот русский язык уже не будет этническим русским языком, о чем вот мы говорили, да, когда вот уважаемый Екатерина делала свой доклад. Да? То есть, потому что на самом деле у русских тоже есть свой этнический русский язык, да, но он не совпадает с той помесью канцелярита, да, и, так сказать, английской матершины, да, которую теперь называют либеральным русским языком. Да? Понимаете? То есть, да, действительно, то есть мы должны пройти между целой хорошей.
Харибды, да? Между вот универсализмом, который, так сказать, уничтожает вот цветущую сложность, да, и между, так сказать, эскалацией этого национализма, который просто взорвет это пространство. Я думаю, так. Пожалуйста, вопрос. А завтра передайте. Да-да, наверное, наш казанский друг хочет задать вопрос. Пожалуйста. Да, я хотел извиниться, если я был немножко резок, когда говорил с ним по поводу языков, да? Во-первых, ваши замечания очень ценные, это задел для будущей дискуссии, и ваши замечания, они позволят сформулировать более точно те мысли, которые я хотел донести. Вам большое спасибо. У меня вот родился следующий вопрос. Да, если конструктивизм – это субъективный идеализм, вы призываете к неким объективным истинам, к точной объективной истине, скажем так, то не превратится ли это в что-то эссенциальное, в некую сущность? Эта сущность будет формулироваться категорией интеллектуалов и навязываться простым массам, которые еще якобы не доросли до понимания этой сущности. И нет ли это квазиобоснование тоталитаризма, авторитаризма и так далее? Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Вот в вашем докладе прозвучало очень много сравнений с европейскими реалиями. Да, конечно, компротивистский метод, он очень важен. Вот, но не кажется ли вам, что сейчас нужно работать над методологией сравнений? Действительно, очень часто, например, в Татарстане много работ по федерализму. Доказывается о том, что вот Татарстан – это тот субъект, который предъявляет федеративные отношения в Российской Федерации, но внутри себя Татарстан строго унитарное государство. Да, автор, да, который, да, пишет о федерализме, берут что-то из канадского опыта, что-то из швейцарского опыта, что-то из опыта других стран, а все превращает в такую вот мешанину и доказывает то, что, в принципе, идет в русле актуальной политики. То есть вот второй вопрос, если кратко, это методология. Логические основания сравнений. Спасибо. Вам спасибо большое. По поводу Татарстана, здесь у меня же вот как раз на петербургской нашей конференции была статья, и действительно татарские интеллектуалы среди татарских националистов, причем это националисты, потому что других там нет всерьез, если говорить, да? Вот. Они действительно допускают методологическую путаницу, да, то есть по отношению к своему народу они примордиалисты, например, да, а по отношению к другим народам они конструктивисты, да. То есть все остальные тюркские народы были сконструированы большевиками или царским правительством, а татары — это древнейший народ, который там был на земле, да. То есть действительно, здесь методологию нужно продумывать до конца, да. То есть здесь нужно быть четким. Но что касается моей методологии, то я же Умберто Эко не случайно упомянул, да, то есть мне близка концепция нового средневековья, то есть я считаю, что модерн кончился, что, собственно, западный мир приходит к каким-то культурным формам, которые не повторяют, конечно, то, что было в средние века, да, на новом уровне как-то все это появляется, да. Ну и вот в этом новом постмодерном мире, да, в этом новом средневековье места государства нациям уже, конечно, не будет, да, а будут такие квазиимперские образования, которые позволят разным народам, да, в том числе и малым народам, действительно полностью себя реализовать, как это, собственно, было и в средневековье, да, и между нами говоря, сейчас, ну, допустим, до последних времен во Франции был запрещен провансальский язык, а ведь до возникновения централизованного французского королевства была целая литература на этом языке, да, вообще, то есть она просто погибла, да, потому что государство нации, они просто каким-то бульдозером, да, вот все это разравнивали, это очень опасно. Ну а что касается философской нашей дискуссии, ну да, я эссенциалист, то есть как может быть иначе? То есть я давно уже для себя решил, что, собственно, тут только две позиции, да, либо достаешься на позицию релятивистов, софистов, постмодернистов, да, которые говорят, что нет никакой истины, есть только, так сказать, субъективные какие-то мнения, но тогда никакой науки невозможно. То есть наука вообще стремится к какой-то универсальной истине, да. Либо ты признаешь универсальную истину, тогда получается, что существуют какие-то образования, которые являются сверхиндивидуальными, да.
Ничего с этим не поделаешь. Ну, спасибо. Все. Позиция ясна. Спасибо. Да. Еще секунду, потому что уже вопрос... Да-да-да, извините, я не просто это не заметил. Аратова, пожалуйста. Очень большой вопрос. Спасибо большое за ваш доклад. Очень интересный. Я понимаю, спасибо. Что вы, у вас философский аспект. Но так получилось, что вот волею судьбы я немножко тоже занималась международным правом. И вот в частности у меня такой вопрос. Как вы сказали, Хартия европейских языков была принята в 1992 году, и, как известно, Россия подписала, но не ратифицировала. То есть мы выпали из международного правового пространства в этой области. Это известный факт. Да. И вот, значит... Хотя русский язык является одним из Европы. Ну да. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, вот, есть ли у вас примеры, я вот еще раз, как говорится, это, понимаю, что вы говорите, у вас философский аспект, есть ли у вас примеры конкретные механизма реализации вот, прав коренных народов Европы на реализацию как бы, своей культуры, языка и так далее? На каких-то конкретных примерах, может быть, малых народов? Коренных народов. Как все это происходит? Я, собственно, общий философский какие-то вопросы пытаюсь решать, но привел пример, и у меня в докладе он прозвучал, например. Да, это сеть школ, где обучаются на бретонском языке. То есть как ни странно, хотя Франция до сих пор не подписала эту хартию, да, как вы знаете, да. Потому что, кстати, французы в этом смысле, они, так сказать, конструктивисты, да, они заявляют, что так сказать, у нас национальных меньшинств нет, потому что нация. Это вот все граждане Франции, это французская нация, да? Вот о каких меньшинствах можно здесь говорить? Но тем не менее, все-таки они пошли по пути поддержки, так сказать, вот, малых народов, тех, которые сохранились, да, потому что довольно много было ассимилировано во времена вот, унитарной республики. Доклад действительно интересный. Я почему еще раз скажу, что я занималась немного в этом плане в области международного права. И в ходе судьбы я ездила вот на север Италии, там интересно. Есть такие поселения, как фриулы, поселения фриулов, этносы, малые народы, фриулы, ладины, значит, и я видела, что называется, собственными глазами, как происходит эта реализация. То есть там не только школы, там, во-первых, театры, там есть журналы, там есть газеты, радио, и на ту территорию ладинов, на которой я находилась, там они спецно распределены по территории, не помню, сейчас называется провинция, в Ломбарде, там они не только там еще есть часть территории. К чему я все это говорю? Три музея, понимаете? Три музея, шикарные музеи. Когда на вопрос финансирования они ответили, то есть как муниципалитет, представитель муниципалитета сказал, что у них есть послабление из Рима, если они отправляют деньги на поддержку национальных меньшинств, точнее, коренных народов, не национальных меньшинств, а именно коренных народов, то у них идут послабления в налоговой системе. Ну это же здорово. Это же позитивный пример. Спасибо. Спасибо.